Егоровна, привет нашей дяжке и нашим пробошениям за те идеи, которые допустили в относительно до их, до женщин белорусского народа. Я вот только не клею. Вот только не клею фотографирую. Да. Не здание. Даже вас не фотографируют. Вас тоже, наверное, нельзя. Так, вы нас чуете или нет? Дежурный. А вы натиснете еще раз. Я вот только здесь. Вы нас слушаете? Да ты робим так. Коли вы нас не пускаете, значит, вот этой клетки мы покидаем на уходе у вас в амбассаду. Это клетки для тех девчаток, которые приезжали до нас в Беларусь и с какими обошлись, как с некими бандитками белорусской улады. Мы им вельми удячны и приносим свои пробачения за деяния наших уладов. И передайте, как ласка, от них великую удячность и нашу повагу. Всего вам доброго.